На стройплощадке школы в микрорайоне Солнечный возобновлена работа. И, конечно, в режим повышенной готовности по-прежнему важной задачей остается соблюдение всех санитарных норм. Так, ход работы. Выполнение нормативов в школе проверили временно исполняющий полномочия главы округа Андрей Булгаков и первый заместитель начальника главного управления государственного строительного надзора Московской области Тамерлан Алборов. Госстройнадзор Московской области проводит рейды и проверяет строительные объекты региона на требования стандарта организации работ. Данные заносят чек-листы, на основе которых формируется индекс ковид-безопасности объектов. На сегодняшний день сотрудниками Госстройнадзора Московской области осмотрено порядка 250 строительных площадок. Готовность очень высокая. А теперь задача наших сотрудников проверять соблюдение стандарта на уже рабочей строительной площадке. Контроль состояния здоровья работников, организация безопасного рабочего места. Всего же в перечне чек-листа порядка 50 пунктов. Так, на строительную площадку в Солнечном не пройти без маски и перчаток. На пропускном пункте измеряют температуру бесконтактным термометром. Хочу сказать, что все объекты строительства на территории муниципалитета Щелковского городского округа, как за бюджет и наши стройки коммерческие, мы будем по этому индексу проверять именно за счет наших муниципальных административного ресурса. Наши служащие будут выезжать и проверять, потому что безопасность в данном случае на строительных объектах очень важна. Четырехэтажное здание школы по проекту включает в себя учебные помещения, лаборатории, мастерские, столовую, спортивный и актовый зал, библиотеку. В настоящее время строители выполняют монтаж внутренних инженерных сетей, отделку помещений, работы по благоустройству. Степень готовности школы, значит, высокая на данный момент. Значит, у нас планируется сдать эту школу к августу месяцу. Я думаю, что если застройщики, значит, примут меры по увеличению штата работающих на объекте, то его можно сдать уже и к началу июля. После сдачи объекта последует процедура лицензирования. Школа в Солнечном рассчитана на 1100 мест. На сегодняшний день застройщик выполнил более 80% работ. Число есть 1 августа, к которому мы стремимся. И постараемся сдать школу в срок. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.